Всем привет, меня зовут Александр, и мы продолжаем проходить игру Ведьмак 3 Дикая Охота. В этой серии мы одолеем все-таки эту полуденницу. Я немножко почитал, немножко перечитал все обучение практически, ну большую часть. И давайте отправимся к ней, пожалуй, чтобы одолеть ее. Так, где наш серебряный меч? Так, это как, что у нас? Это простой? Нет, это серебряный, вот это простой, да? Да, это простой. Против нечисти нужен серебряный. Отлично. Ну что, полуденница? Давай поговорим. Мадам, вы где? Ну, здравствуй. Ну, куда же ты? Ага. Колодцу? Ну, пойдемте у колодца, пожалуй. Поговорим. Опа, опачки, опачки. Тихо, 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 тихо. Опа, ну идем ко мне, идем, идем, родная. Идем. Идем ко мне, в круг. Опа, ты что это делаешь? Хулиганка. Ну-ка, иди сюда. Следующая. Следующая. Еще одна. И это одолели. Отлично. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оба-на. Вот так вот. Следующий. Иди сюда. Идем сюда же. Идем же сюда. Опачки. Давай. Идем, идем в ловушечку, родная. Ой-ой-ой. Ой-ой. Это было больно. Идем-ка. Идем-ка сюда. Вот так. Хорошо. Ну, еще один удар. Ну и вот. Мы одолели ее. Да, она ушла навсегда. Теперь спокойненько уходим отсюда. Мы одолели эту полуденницу. О, травка. Травка нам обязательно пригодится. Очень много травки. О, олень застрял. Так, а тут что? Олень... А, это лань. Вот это олень. Олень — это вожак стаи, а лань — это олениха, так скажем. Так. Ну... На коняхе не хочет, сейчас может приключений найдем на свою спину. Ну вы поняли. Отправляемся в город, вернемся к Кодолану за вознаграждением. Травки. Да нет, я вот травку хочу сорвать. Очень полезная трава. Мне нужна будет потом в крафте. Очень много травы надо просто. Как ошалелый Геральт должен бегать и собирать травку. Там столько всяких рецептов, столько всего. Просто кошмар. А я сегодня получил доход. Привет. Хлеба. Молодец. А я вот травку хожу собираю, которую никто из вас не собирает. Угу. Можно. Ой, извиняюсь, не хотел. Привет, дружище. Ну ничего. Так. О, здорово. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Mm-hmm. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы не дожила. А так есть надежда. Хм. Оставь себе деньги для дочки. Что-то сомневаюсь, что мне приданое пригодится. Сохраните деньги Любе на свадьбу. Выпейте тогда за мое здоровье. Это да. Спасибо, милздарь ведьмак. За доброе сердце, за теплое слово. Но с пустыми руками я вас не отпущу. Возьмите хотя бы это. Ну, спасибо, дорогой мой друг. Получен опыт и получены. Замечательно. Оп. Надеюсь, спросите у охотника, где он нашелся. О, дождь начинается. Заказ у колодца выполнен. Отлично. Так, еще травка. Да нет. Дождь? Да не надо. Стоп, у меня где-то еще квест был, да, какой-то, помнится? Задание. Так, выполнено. Бестия сада, да?
Комендант, Терем-Перем. Так, спросите охотник, где он... Ага. Сирень и крыжовник. Выполнить заказ Гриффона. Ну, выполним обязательно. Давайте посмотрим карту. Может, пока дождь, что-нибудь здесь выполним? Давайте что-нибудь в городе выполним, пока дождь идет. А то что-то мне не хочется там за Гриффонами бегать, так сказать. Так, а тут что? Травки, травки. О, подсолнухи. Графика просто обалденная. Все так хорошо проработано, но много... О, что там? Много недочетов есть в этой игре, но это вообще это ничто. Так, что это тут у нас? Одолжу плуг. Эй, мужики, кто может плуг одолжить? А то я свой об камень в поле погнул. Да так, что если черта в него запрячь, то все одно поле не вспахаешь. Ну да. Ага, императорский эдикт. Я немножко заговариваюсь, ребятки, извините, если что. Смерть захватчикам. Уроки Нильфгардского. Ага, понятно. О, где же ты, брат? Угу. Что это? Неизвестное место, новая отметка. И где она? Ага. Пока еще не обнаружено место или артефакт. О, это хорошо. Смотрите, сколько мест. Это же круто. Не зря я туда подошел. Надо будет потом обойти это все дело. Так. Ага. Привет, ребятень. Так, а что за квест? 50 лет труда. Все на смарку. О, братюнь. Что-то у тебя здесь не густо. Что случилось-то? Что здесь произошло? Да вот кто-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Но как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу. Мастерскую. Все я потерял. Все. Да. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю погнутые панцири, отковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят, они думают, что я богатею на их несчастьях, сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу поискать поджигателя за плату, конечно же. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я дам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи. Да. Вот что, что интересно будет, если я найду того, кто это сделал. Так, ага. Ага. Травка, 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 травка. А это что такое? Травка. О, следы. Следы сапог. Мужские, большого размера. Угу. Ну, пойдемте по следам. Так, тут что? О, еще. Смердит человеческой мочой и водкой. Ну да, тут он в туалет сходил. Облегчился. Добрый друг. Так. Собака взял да спалил хату, а? Вот что он делает? Вот что он сделал? Тут он еле шел, еле-еле кое-как. Ага. А что он тут делал? Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Ну да, молодец. О, сундучок. И что дальше? И далеко запутал, интересно.
Давайте тут осмотрим. О, вот. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Из каких камышей? Эй, тут два камыша торчит. И тот не камыш, походу. Так. Прыгать по лужам? Я пойду прыгать по лужам. Хе-хей. Так. Следы идут обратно в деревню. Кровушка. Так, и куда же ты пошел, добрый друг? Не вошла кровь. Но не сильно, рана была неглубокая. Так, и куда он пошел? Хоть духота кончилась. Опа, опа, следы. Следы, следы. О, ну-ка. Дружба. Открывается. Я смогу узнать его поранее. Где же... Вот он. Ну, здравствуй. Где утопца? Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя едят? Че? Он не только поджигатель, но и мастер остроумного. Ну да, ну да. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. Я с ней людьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолёты из них худшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи кулют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай. Нет, неверно. Договоримся, как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твое. Слышь, хлебушек, и речи быть не может. Ты пойдешь со мной. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Че? Что ты у меня получишь? Ну давайте наваляем ему. Попробуй. Ну давай. Я с удовольствием разомнусь. Зараза! Держи плюшку, слышь? Левый, правый, Ох ты, собака! Да ладно. Левый. Правой, правой, левой, правой, левой, левой, давай ему хук. Ой, хорош защищаться. Слышь ты, хлебушек, на тебе пендель. Готов. Ну вот. Нос меня сломал. Но не ноги, так что пойдешь со мной к кузнецу. И по-хорошему советую, на этот раз без глупостей. Да-да-да. Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. И белка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без... Все. На дерево его. Чувака повесили по нашей вине. Ну ладно, что ж, я не взяточник. Суровая кара. Но заслуженная. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Ну да. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Это так народу. Раз, два и пчелся. И кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Да и наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Ну ладно. Наш с тобой дружбу принесла уже одному крестьянину смерть. Получено 50 опыта. Сам ты урод. Так, ну пойдемте, ребятки. По заданию. Далеко ли нам идти? 70 метров всего? Да вот прям рядышком. Мы пешочком забежим. Ну это хорошо. После такого шторма, естественно. О, есть у дома? Есть кто? Наверное, на охоту ушел.
Ладно. О, вот следы. Следы свежие. Угу. Мыслов только что вышел. Прям недавно, по следам видно, что недавно. Что-то он какой-то косолапый немножко. Реально, немного косолапый. И где наш Мыслов? Вот же он. Ну, здравствуй, Мыслов. Ты Мыслов. Слышишь? Слышу. Вот. Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. О, как. Опаснее волков? Не преувеличивай. Собаки опаснее волков? Не преувеличивай. Говорю как есть. Знаете почему? Нет, но чувствую, что сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод. А дикие собаки убивают для забавы. Это совсем печально. Как люди. Где-то да, я это уже слышал. Многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокости? Это да. Где-то нашел. Нильфгаардцев. Я собираюсь на охоту. Где-то нашел нильфгаардцев, которых убил Грифон. А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Ну это да. Вас в деревне говорят. Угу. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Хорошо, не вопрос. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Да нет, не жаль. Почему бы и нет? Грифон не убежит. Это а да. Вот собаки могут. Так что, ступайте осторожнее. Хорошо. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут походя. Но избивают эти поздно. Они уже на кого-то напали. Печалите, ладно. Собачки, где вы? Собачки. Эй-эй. Опачки, опачки, отойди, отойди. Опа, опачки, ой, больно же. Вот так вот. Вот не надо тут меня, опа, отлично. Вот, хорошо, ты отвернись, ой-ой-ой, не увернулся. Опа, отлично. Да чтоб тебя. Вот так вот. Готово. Можно их что-нибудь подобрать? А, во, ништяк. Так, отсюда что? Там еще не подобрали, да? Вот тут. С этой, что ли? А, вот, все. Травку еще надо подобрать, потому что трава очень сильно нам потребуется в будущем. Что такое? О, печалька. Дитер. Загрызли мужика, Дитера. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, mm-hmm. где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Конюшем? Это было конюшем. До того... Может, и конюшем. Давно это было. Ну да. До того, как что? До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Оу, а за что тебя выгнали? Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите. Странно. Не хочу я об этом говорить. Выродок? Я тоже выродок. Я тоже выродок. Да. Другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия. Волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Ядрить? Гей. Дитер застал нас на конюшне. Нехило вы. Меня выгнали. А Флориан повесился. Молодцы, Флориан ребятки. Начал пить. Имение пришло в упадок. Вот и вся история. Да. Печально. Ну ладно. Пойдем. Ты что, покажешь, где нашел нильфгаардцев? Не будем продолжать его речи, а то знаешь что-нибудь об этом? Не хочу с ними связываться. Немного.
Это зверь не для меня. Тачку уменить. Давай, доведи нас. В самый раз. Ну да. Поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу, так что даже грифон не приметит. Ну это хорошо. Молодец. И куда же ты меня ведешь, добрый человек? Где же тут это место? О, дерево сломано. Мы, наверное, приближаемся, да? Раз дерево сломано. О, ну теперь понятно. Это здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Хорошо. Я справлюсь. Я справлюсь. Это не первый грифон, с которым я имею дело. Вероятно, не последний. Это да. Хорошо, если так. Угу. Будьте здоровы. И ты будь здоров, извращенец. Так, что это у нас? Нильгард, крабу. Здесь что-то отмечает. Кровище. Но грифон их прервал. Ну да, ну да. Земля черная от запекшейся крови. Это что такое? Лагерь. Лагерь? Пузырь, так. Что это такое? О. Следы давнишние, они глубже. Mm-hmm. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаардцы. Может быть. Ну давай. А что это они в другую сторону следы? А это они оттуда сюда шли. А, вот в чем дело. Понятно. Стоп, там что-то снизу лежит. Ну-ка. Отлично, это хорошо. Во, забрался. Так, нам туда, что ли? А, во, следы идут. Так, так, ага. Видимо, наверх. Ну, хорошо. Не вопрос. Так, тут они дальше, 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 дальше. Так, ладно. Ну-ка, ведьмак, лезь давай. Куда-то мы, походу, идем. Так, следы где? Нам, походу, вон туда, да? Гнездо вот они, следы. Точнее, то, что от него осталось. О-о-о. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, угу. Когда грифон его сюда принес. Жестко, жестко. О, грифон. Обалдеть. И что это такое? Ага, деньги. Это мог сделать только человек. Ну, естественно. Вот они, скотиняки, а грифоны. Кости. Коровьи, собачьи, угу. Человеческие. Останки за несколько месяцев. Жесть. Что это? Травка. Это что? Ого! Виленский длинный меч. Одного, видимо, тут положили. Ну, теперь сам. Понятно. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва, по крайней мере, неделю. Выходит, второй грифон самец. Угу. Так, осмотреть рану. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве не следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодости и так на всю жизнь. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение. Королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Это да. Сперва он напал на нельфгаардцев здесь, в лесу. А потом начал рыскать по всей округе. Естественно. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Семиру. Да. Конечно, сволочи. Такое сделали. Это непростительно. Правильно. Это понятно, почему все так случилось. Если бы можно было как-то его...
как-то с ним поговорить на грифонческом. То можно было бы ему пособолезновать. Сволочь, а не сволочь. Он, наверное, до этого не так. Они не так агрессивно себя вели, эти грифоны. А после того, что сделали с ними эти военные, они начали творить такое. Естественно, как бы вы поступили, ребят? Точно так же. Защищали бы себя и мстили бы за своих родственников, так скажем. Поэтому Геральт не захотел охотиться дальше. Он решил, что так оно и так. Я не знаю, что он в деревне скажет. С Весемиром опять надо поговорить. Вот травки. О, как много травы. Кузя. Так, тут вообще что-то зашкаливает. Травометр мой зашкаливает по полной. Давайте дойдем до Весемира. И закончим, наверное, эту серию. Так, где-нибудь вот тут. Один человек. А вон то поле. По другую сторону реки. Оно чье? У леса-то? Воин из Климков. Хороший он мужик, сударь-ведьма. Вот только не... Да-да. А этот воин не решит вдруг на урожай. Надеюсь, ребятки, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всего хорошего и до... Да, извините, я уже заговариваюсь, потому что подряд уже... Третья, четвертая серия, я уже со счета сбился. Еще раз повторюсь, подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии, ребят. И до встречи в следующих сериях. Пока.